Это первый визит медиков из Московской области в дом ребенка «Елочка». Но белые халаты и специальное оборудование малышей не пугают. Они спокойно идут на руки к врачам. Специалисты уже осмотрели большинство детей и выявили различные патологии, в основном неврологического характера. Сотрудники дома ребенка очень неплохо заботятся о детях, и дети все достаточно обследованы, но некоторые нормативы Российской Федерации и подходы российского здравоохранения все-таки были интересны для наших коллег. И мы с удовольствием обмениваемся опытом, рассказываем и даем свои рекомендации к дальнейшему обследованию детей. Думаю, что уверена, что этот визит абсолютно полезен. Обследование медики проводят с помощью современного оборудования, которое привезли с собой. И такая помощь здесь очень кстати. В доме ребенка воспитывается 86 детей. И абсолютно здоровых среди них нет. Такой, будем говорить, углубленный осмотр узкими специалистами с привлечением к осмотрам необходимой исследовательской аппаратуры, то есть проведение ультразвуковых исследований, проведение электроэнцефалограммы, эхоэнцефалоскопии, в общем, это дает возможность более точно поставить диагноз и откорректировать план дальнейшего наблюдения и лечения детей. Сейчас большое внимание уделяется шефским отношениям в Крыму. Все регионы России пытаются поддержать республику в непростой для нее период. Подмосковье помогает «Елочке» не впервые. Несколько месяцев назад сироты получили тонны необходимых вещей – подгузники, средства гигиены и прочие бытовые предметы. Люди по своей доброй воле оказывают вот такую квалифицированную медицинскую помощь. Мне кажется, это очень важно и очень востребовано, и очень приятно, потому что мы понимаем, о каких детях идет речь. Это дети, конечно, той категории, которую мы называем социально незащищенные, это дети-сироты, это дети, которые попали, сами того еще не осознавая, в те жизненные условия, когда если взрослые не помогут, если взрослые не встанут рядом, ну, будет очень тяжело. Медики из Московской области пробудут в Крыму еще несколько дней. За это время они полностью закончат обследование детей, дадут рекомендации коллегам и наметят планы на дальнейшее сотрудничество. Елена Бережная, Андрей Лебедев. Время новостей.